Как остановить сезонное выпадение волос? Уже при нулевой температуре волосяные луковицы замерзают, достаточно 5 минут, пока вы бежите от подъезда к автомобилю, чтобы нанести им непоправимый вред. В результате перенесенного стресса волосы начинают выпадать. Помните, что вам говорила мама про шапку? Это не чушь, и дело не только в менингите. Защита волос от непогоды с помощью головных уборов и шарфов имеет решающее значение для спасения от чрезмерного сезонного выпадения волос. Но если вы надели шапку и все-таки по-прежнему достаете из слива в ванной мохнатое чудовище размером с кота, пора использовать эти лайфхаки из народа. Массаж головы. Низкие температуры вызывают сужение сосудов, что затрудняет поступление питательных веществ с кровью к корням волос. Наряду с общим снижением темпа метаболизма в зимнее время волосы испытывают серьезный стресс. Чтобы не допустить ухудшения состояния волос, необходимо самостоятельно активизировать кровообращение. Самый простой и приятный способ – массаж кожи головы. Его можно проводить просто пальцами с использованием питательных масел. Маска с дрожжами и горчицей. Одно из самых эффективных средств для укрепления волос, которое можно сделать в домашних условиях. Такая домашняя маска предназначена и для ускорения их роста. Вам понадобятся сухие дрожжи, сахар, теплая вода, горчичный порошок. Количество продуктов берите, исходя из длины волос. Нанесите маску на 30-40 минут, смойте теплой водой. Применяйте ее не чаще 1-2 раз в неделю, поскольку она достаточно агрессивна из-за горчицы в составе. Касторовое масло. Любимое народное средство против выпадения волос, которое часто используется для разнообразных масок. Оно интенсивно воздействует на корни волосяного стержня и приводит к быстрому укреплению локонов, прекращая их выпадение. Нанесите масло на голову и оберните ее пакетом или полотенцем. Оставьте на 4-5 часов, затем смойте теплой водой. Чтобы получить хороший результат, масло для укрепления волос следует применять до 2 месяцев раз в неделю. В результате локоны перестанут редеть, приобретут блестящий вид, а волосяной покров станет более густым.